Средство контроля налоговых органов – это устройство, которое устанавливается в специально отведенный внутренний отсек кассового оборудования либо прикрепляется снаружи. Оно позволяет налоговым органам в режиме реального времени отслеживать данные о выручке, а также выявлять нарушения. На сегодняшний день уже используют в своей деятельности эти контрольные средства субъекты хозяйствования, которые осуществляют деятельность через вендинговые автоматы, субъекты хозяйствования, которые реализуют товары и оказывают услуги на автозаправочных станциях, а также субъекты хозяйствования, которые осуществляют деятельность по перевозке пассажиров автомобилями такси. С 1 декабря 2016 года устанавливать средства контроля налоговых органов должны будут и субъекты хозяйствования, которые осуществляют продажу товаров в торговых объектах, общая площадь которых составляет 650 квадратных метров и более. Использование кассового оборудования без средств контроля при названных мною выше видах деятельности несет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя до 100 базовых величин, на юридическое лицо от 10 до 200 базовых величин. Все юридические лица и индивидуальные предприниматели, действующие на территории Республики Беларусь, должны будут установить средства контроля на кассовое оборудование до августа 2018 года. Всю интересующую информацию по данному вопросу можно получить в местном налоговом ведомстве.